Трудно играть, быстрые они. И идут в начале турнирной таблицы, тоже считаются лидерами. Поэтому, конечно, тяжеловато с ними играть. Не просто. Первая команда Запада, Динамо Москва. Алмаз на пятой строчке находится. Стартовал у нас этот матч. Первый опасный момент. И Александр Кисаков на первой же минуте. Ну, 15 секунд сыграли. Матча 11 побед подряд, слушай, но это какой-то гроссмейстерский показатель. Еще один момент, ворот Меньшатова и заходит в итоге шайба. Второй матч. Был голубыми и алмазом. Кисаков. Может, дубль? Данилов перехватил и убегает воротом Егоров. Шанс.